Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить связать вот такую погремушку тигреночка. Размеры этой игрушки вот с ушками 15 сантиметров. Игрушка небольшая, ребенку будет удобно держать ее в ручках. Полностью безопасная. Ручка тоже вот у погремушки мягкая. И глазки на безопасном креплении. Вот такого тигреночка мы сегодня с вами свяжем. Для погремушки я буду использовать пряжу Alize Cotton Gold черного и оранжевого цвета. Также возьму вот такую гремелку. Крючком буду вязать номер 2. И буду использовать глазки на безопасном креплении 10 мм. Начинаем вязать из головы. Делаем кольцо амигуруми. И в это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кольцо затягиваем. Это мы с вами провязали первый ряд. Переходим ко второму ряду. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда нам нужно провязать по 2 столбика. Вот провязали один столбик, сюда же провязываем второй. И так вяжем по кругу в каждый столбик по 2. И в конце ряда у нас получится 12 столбиков. Вот второй ряд, 12 столбиков. Третий ряд. В третьем ряду провязываем 1 столбик. В следующий прибавление. Уже можно использовать маркер для того, чтобы не запутаться. И так будем вязать далее по кругу. 1 столбик прибавления. Всего с этими прибавлениями, что мы провязали, у нас получится их 6. И в третьем ряду будет 18 столбиков. Четвертый ряд. Продолжаем делать прибавление. Провязали 1 столбик, 2, а в третий прибавление. 1, 2. И так вяжем по кругу. Снова повторяем 1 столбик, 2, в третий прибавление. Всего будет 6 прибавлений. И в конце ряда получится 24 столбика. Пятый ряд. Вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. А в четвертый столбик прибавление. 1. И сюда же провязываем второй. Снова таких прибавлений будет 6 по кругу. И в конце ряда получится 30 столбиков. Вяжем шестой ряд. В шестом ряду провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. А в пятый столбик прибавление. 1 и сюда же провязываем второй. Опять у нас таких прибавлений всего по кругу будет 6. И в шестом ряду получится 36 столбиков. Седьмой ряд. Вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И после пятого столбика прибавление.
Снова у нас будет 6 таких прибавлений, и в конце 7 ряда получится 42 столбика. Перешли к 8 ряду. Провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И после 6 столбика прибавление. Снова таких прибавлений у нас по кругу получится 6, и в конце ряда будет 48 столбиков. Теперь с 9 по 17 ряд будем провязывать по 48 столбиков. Всего нам нужно провязать 9 рядов. И когда будем провязывать эти все ряды, то между 12 и 13 рядом можете себе отметить, что здесь будем размещать глазки. Вот провязали 9 рядов. Я отметила маркером, где будут располагаться глазки. Это между 12 и 13 рядом. И начинаем вязать 18 ряд. Начиная с 18 ряда у нас будут провязываться убавления. Вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И после 6 столбика убавления. Захватываем передние стенки первого столбика и переднюю стенку второго столбика и провязываем их вместе. И таких убавлений у нас по кругу будет 6, учитывая вот это убавление, и всего получится 42 столбика. 19 ряд. Вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, и после 5 столбика убавление. Снова таких убавлений будет 6, и в конце 19 ряда получится 36 столбиков. Вяжем 20 ряд, провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4, и после 4 столбика убавление. Всего будет 6 убавлений, и в конце ряда 30 столбиков. И вот я вставила глазки, между глазками у нас 6 столбиков, также наполнила наполнителями и вставила погремушку. И теперь буду вязать 21 ряд. В 21 ряду нам нужно провязать 3 столбика. Вяжем 1, 2, 3. И после 3 столбика убавление. Итак, вяжем до конца ряда. Всего будет 6 убавлений. И в конце ряда получится 24 столбика. 22 ряд. Провязываем 2 столбика. 1, 2. После 2 столбика убавление. И снова так чередуем до конца ряда. Всего будет 6 убавлений. И в конце ряда получится 18 столбиков. И вяжем последний 23 ряд. В этом ряду мы убавления делать не будем. А нам нужно провязать 18 столбиков по кругу. И вяжем так без изменений 18 столбиков.
И вот голова готова, нить отрезаем подлиннее, так как потом будем пришивать этой нитью. Теперь будем вязать вот такие ушки для тигренка. Делаем кольцо амигуруми. Начинаем с черной пряжи и провязываем 6 столбиков в это кольцо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко затягиваем. И во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда провязываем по 2 столбика. 1, 2. И так вяжем до конца ряда. В каждый столбик делаем по прибавлению. В конце ряда будет 12 столбиков. Черную нить отрезали и переходим на оранжевую. Провязываем один столбик, черную и оранжевую нить, потом свяжем двумя узелками. И во второй прибавление. Снова повторяем один столбик в следующее прибавление. Так вяжем по кругу. Всего будет 6 прибавлений, и в конце получится 18 столбиков. Вяжем четвертый ряд, провязываем один столбик, второй столбик, а в третий прибавление. И снова так чередуем до конца ряда, 2 столбика прибавления, в конце ряда будет 24 столбика. Пятый и шестой ряды провязываем по 24 столбика. Вяжем так по кругу 2 ряда. В седьмом ряду будем провязывать убавление. Вяжем 1 столбик, 2 столбик и после второго убавления. Всего будет 6 убавлений и в конце ряда получится 18 столбиков. Восьмой ряд. Вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4, а после четвертого столбика убавление. И так повторяем до конца ряда. Таких убавлений будет 3. В конце ряда получится 15 столбиков. Ушки готовы, нить отрезаем подлиннее для того, чтобы можно было их потом пришить. Теперь будем вязать вот такие оранжевые лапки. Снова делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это у нас первый ряд. Вяжем второй ряд. Во второй ряд провязываем в каждый столбик предыдущего ряда по прибавлению. Мы уже с вами так вязали. И в итоге во втором ряду получится 12 столбиков. Теперь третий, четвертый, пятый и шестой ряды провязываем по 12 столбиков. То есть вяжем 4 ряда. Немного наполнили холофайбером и вяжем 7 ряд. Вяжем 2 столбика, 1, 2, после второго убавления. И так повторяем до конца ряда. Всего будет таких 3 убавления, и в конце ряда будет 9 столбиков. Теперь 8, 9 и 10 ряд провязываем по 9 столбиков. Всего получится, нужно провязать 3 ряда. И вот 2 лапки готовы. Нить отрезаем тоже по длине, для того, чтобы можно было их пришить. Теперь будем вязать
ручку для погремушки. Начинаем с оранжевой пряжи. Сделали кольцо амигуруми и в это кольцо ввязываем 6 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6. Колечко затягиваем. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда провязываем по 2 столбика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Во втором ряду у нас получилось 12 столбиков. В следующем ряду провязываем эти 12 столбиков, но вяжем столбики за заднюю стенку петли. То есть вот так, за заднюю стенку. И так провязываем 12 столбиков. Довязываем. Вот провязали 12 столбиков. Теперь будем провязывать столбики, 12 столбиков, но захватывать уже за две половинки петли. И так будем провязывать 6 рядов по 12 столбиков. Вяжем их самостоятельно. После того, как провязали 6 рядов оранжевой пряжи, переходим на черную. И провязываем 2 ряда черной пряжей по 12 столбиков. Вяжем так по кругу и вот этот вот черный хвостик ввязываем. И вот так провязываем 2 ряда. По мере того, как будем вязать ручку для погремушки, наполняем ее наполнителем, потому что если вы свяжете полностью ручку, потом вам будет ее очень неудобно наполнять. Вот мы провязали 2 ряда черных. Теперь снова переходим на оранжевый цвет. И теперь нам нужно провязать 7 рядов оранжевым цветом. И так будем чередовать 7 рядов оранжевых, 2 ряда черных. И вот такая ручка получилась для погремушки. Значит, оранжевых я вязала по 7 рядов, черных 2 ряда. И вот повторение по черным 1, 2, 3, 4, 5 повторений. И далее я оставила вот нитку для пришивания, потому что будем слаживать вот таким образом колечком и сшивать. Теперь будем вязать белой пряжей мордочку. Набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И во вторую воздушную петлю от крючка провязываем 1 столбик без накида. Далее вяжем 2 столбика. И в последнюю воздушную петлю провязываем 3 столбика. 1,
2 и 3. Разворачиваем вязание, эту ниточку будем сразу ввязывать. Провязываем 2 столбика. 1 2 И вот в последнюю провязываем 2 столбика. 1 2 с прибавлением. Вот, переходим на второй ряд. Во втором ряду в первый столбик провязываем прибавление. Значит, в первом ряду у нас получилось 10 столбиков. Теперь вяжем второй ряд. 1 столбик и сюда же провязываем второй. Это у нас прибавление. Далее 2 столбика. 1, 2. И теперь 3 прибавления на закруглении. 1 столбик, сюда же провязываем второй, снова прибавление повторяем. И еще раз прибавление. Теперь 2 столбика по одному вяжем. 1, 2 и 2 прибавления. 1 и сюда же провязываем второй и еще одно прибавление. Это мы с вами провязали второй ряд. Во втором ряду у нас получилось 16 столбиков. Вяжем третий ряд. Провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь 2 прибавления подряд. 1 столбик, сюда второй. И снова так повторяем. 1 столбик и второй. Далее 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И после 6 столбиков повторяем прибавление. Одно прибавление и второе прибавление. Итак, в третьем ряду у нас получилось 20 столбиков. Теперь четвертый и пятый ряды провязываем по кругу по 20 столбиков и вяжем оранжевую накладочку на морду. Для этого набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем 1 столбик. Эту ниточку сразу будем ввязывать. Второй, третий и четвертый. В первом ряду у нас получилось 4 столбика. Вяжем поворотными рядами. Делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание и теперь провязываем 1 столбик и сюда же 2. Далее 2 столбика. 1, 2. И в последний столбик тоже провязываем прибавление. То есть 2 столбика. И вот наша накладочка на мордочку готова. Отрезаем нить для того, чтобы можно было пришить. И теперь будем переходить к сборке тигренка. Перед сборкой еще свяжем бантик для тигренка.
Я буду вязать его из белого цвета. Здесь я тоже оставила немного ниточку подлиннее, там, где буду делать кольцо амигуруми. И теперь набираем 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. Делаем 2 накида и провязываем один столбик с двумя накидами, второй и третий. Теперь 4 воздушных петли, 1, 2, 3, 4. Соединительный столбик в кольцо амигуруми. Снова 4 воздушных, 1, 2, 3, 4. И 3 столбика с двумя накидами. 1, 2 и 3. И еще повторяем 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. Соединительная петля в кольцо амигуруми. Нить отрезаем подлиннее, так как мы будем еще обвивать наш бантик. Так. И теперь затягиваем кольцо амигуруми. Потом мы с вами будем вот таким образом обвивать бантик двумя ниточками. И с изнаночной стороны у нас 2 хвостика. Один хвостик мы в одну сторону перекрещиваем. А второй столбик в другую. Это для того, чтобы можно было закрепить ниточки. Теперь завязываем 2 узелка. Тот, что коротенький хвостик, обрезаем. А длинным хвостиком будем пришивать бантик. А теперь уже будем собирать тигренка. Сборку начнем из ручки для погремушки. Вот слаживаем в такое колечко. И вначале мы с вами вязали вот за заднюю стенку столбики. Теперь за переднюю стенку будем сшивать эту ручку. И вот таким образом захватываем за две половинки столбика с одной стороны и за переднюю стенку, которую мы оставили, со второй стороны. И ниточку вот так подтягиваем. И сшиваем так по кругу. С одной и со второй стороны. И так дошиваем до вот этих пор, с которых мы начали. Ручку для погремушки мы сшили, получилось вот такое колечко. Теперь на эту ручку будем пришивать ручки тигренка. Я их буду пришивать вот так недалеко друг от друга. И вот показываю одну ручку, как буду сшивать. Захватываем за столбики на ручки вот для погремушки. Далее
два столбика на лапках для тигренка, подтягиваем, снова за столбики на ручке и теперь за два столбика на погремушке, ой, на лапке для нашего тигренка. И так продолжаем пришивать до конца. Так пришиваем одну лапку. И вот со второй стороны от шва прилаживаем и пришиваем вторую. И вот такую деталь мы с вами собрали. Пришили ручки до основной ручки погремушки. Теперь будем пришивать мордочку. Я ее приколола вот двумя иголками. И как вы видите, приколола под самые вот глазки. Теперь белой ниткой, вот с иголкой, я захватываю за столбики на голове и за столбики на мордочке. И вот так пришиваю эту деталь. Не забываем, что когда у нас уже останется небольшое отверстие, нам нужно наполнить мордочку наполнителем. После того, как пришили мордочку, ниточку я вывела вот в бок, так как буду связывать вместе вот с вот этой оранжевой ниточкой. И теперь прикрепила накладочку на нос. И буду захватывать вот за оранжевые столбики на голове и за вот за столбики, которые на накладке. Немножко неудобно пришивать, так как деталь маленькая, но все можно пришить. И вот снова захватываю на голове. Подтягиваю ниточку и за столбики на накладке. И вот так пришиваем эту деталь. И вот накладочку для носа мы пришили. Теперь будем вышивать черной пряжей носик. Я иголкой наметила центр носика. Протягиваем нить, так, подтягиваем и теперь прячем узелок так вот в мордочку, чтобы не было видно. И вот такими стежочками будем прошивать носик. Смотрим, чтобы ниточка ложилась ровно. И чтобы не было просветов. И вот такими стежками прошиваем вот до вот этой оранжевой части. Для того, чтобы носик красивее смотрелся, после того, как мы его вышили, сверху вот проложим такие два стежка. Один. Ниточки так хорошо подтянули. И пролаживаем
второй стежок. Вот так. И теперь вниз нам нужно вышить такую вот черненькую полосочку. Вот так. И черную пряжу выводим в бок. Далее, если у вас остались длинные хвостики, то этими хвостиками можно будет вышить черные полоски на голове. Теперь будем крепить ушки. Вот так я их прикрепила. Теперь захватываю за столбики вот на голове игрушки. И потом за столбики на самом ушке. И вот так пришиваем за столбики на голове, потом на ушке. И снова повторяем. И вот так пришиваем одно ушко и второе. И вот ушки пришили. Теперь будем пришивать голову. Так, прилаживаем эти две детали. И захватываем столбики на ручке, на лапках. И за два столбика, вот за столбик, за две половинки я имею в виду, и вот так подтягиваем нитку, снова за лапки, ниточку подтягиваем. И за голову. И вот так смотрим, чтобы голова была ровно расположена по центру. И вот так пришиваем по кругу. И вот черной пряжей я вышила точечки на мордочке. Также в произвольном вот порядке, как вам удобно, вышиваете черные такие полосочки. И сзади тоже. И пришила бантик. И наша погремушка, тигреночек, готова. Всем большое спасибо за внимание. До новых встреч!